Блин, я тут заблудился. Да еще и машину потерял. Блин. Никто не даст вам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Это только ваше, вы здоровье. Лекарств нет. А нет, таблетки, расходы. Я уже забегал. А забегать ты должен заставить всех больше, чем в свое время от ковида. 2 миллиона человек в год. Но это именно от него. Что произошло? Где я? Что? Почему я в каком-то доме? Меня что, вырубили? Я на них в суд подам. Так, нужно проверить его, что в шкафу. Так. Так. Осталось 5 дней. Что? А! Блин. Надеюсь, никто не услышал. Нет, кто это? Нужно спрятаться под кровать. Проснулся, наверное. Ну, вазу уже разбил. Только и нарушают. Ненормальные. Совсем уже. Так, точно. Я забыла то, что дверь закрыта. А у меня ключ-то есть. А, точно, у меня же есть бейсбольная бита. Идеально. Кстати, странно, что я открываю дверь с бейсбольной битой. Ну ладно. Наверное, он уже сбежал. Нужно скорее его искать. Ты моя. Скорее его искать. Кажется, блин. Я думала, она спает мое дыхание. Нужно вылезти и поскорее сбежать. Отстань от меня! Зачем ты меня сюда притащила? Ладно, пойду в кровать. Под кровать, точнее. Как он смог закрыться? Так а у меня же ключ. А хотя стоп, точно, там же на двери есть специальный замок. Да, бита, возьмись. Ладно, сиди там. Надеюсь, если он даже и выйдет, то я все равно его смогу убить. Так, ладно, пойду поем. Еда! Так, я слышу шаги. Наверное, она уже ушла. Надо что-то найти. Не, надо сбежать. Так, чик-чик. Надеюсь, ее нет. Да, ее нет. А, так. Не, ладно. Все же есть нужно. Пойду поем. Она не заметила. Хорошо. Я надеюсь, не услышала. А, ладно. Ой, иди сюда, моя яблочка. Ну, она, похоже, там живет. Ну ладно. Блин, не открывается. Нужен ключ. Аж почему-то потолок какой-то странный. Надо проверить. Да. Да. Фу.
я оказался прав. Бочки какие-то. Может, там что-то есть? Блин, не сегодня. Блин, заперто. Вот стул. Надо поискать. Так, надо куда-то пойти. Главное не провалиться. Нет! Нет! Фу, я не хочу! Кто-то там шумит! Ай! Блин! Сейчас пойду посмотрю. Нет, никого, ладно. Ой, ладно, посторожи его здесь. Хорошо, что она меня не заметила опять. Так, тут тоже все заперто. Надо пойти за эту дверь. Стоп, я вижу там ключ. Ключ! Он, наверное, всего... Он, наверное, от какой-то двери. Нужно быстрее его взять. Сломайся, наконец. На. Машинка. Но мне она не нужна. Мне ключ еще нужен. Проверю от этой двери. Ладно, пойду я посмотрю в этой тупой комнате. О, дверь открыта. По-любому, вон под кровать. А, под кроватью нет. Так. Она пошла в мою комнату. Нужно закрыть ее. Так, тихо-тихо. А? Что-то я слышала. Так, ладно. Здесь его нету, значит, там... Что? Нет, меня закрыли! А, нужно пойти. Надо дверь открыть, попробовать. Так, попробуем. Блин, не подходит. Надо пойти вниз. Да, если она не догадается открыть дверь. И это какая-то... Кто это? Ладно. Замок, надо попробовать. Так. Ну давай же. Так. Кажется, получается. Да, получилось. Так, тут еще какие-то замки. Наверное, тут еще есть ключи. Нужно пойти поискать. Открывайся, дурацкая дверь. Как меня не дала, эта дверь на мою. Так, надо пойти назад. Она достала меня! Сидеть здесь! Как меня это достало! Ломайся ты! На! Я слышала, что она сломала! Нужно бежать быстрее! А! Нет! Я провариваюсь! Их что, двое? Надо бежать! О нет, это окно!
Это, наверное, выход. А? Что? Что это? Я что, не первый здесь? Записка какая-то. Я слышала, он там что-то ломает. Нужно спрятаться. Это стекло стало опять. Ай! Ай. Нужно спрятаться под стол. Блин, мои ноги видно. Так, быстрей. Фух. Черт, я разбила лампочку. Дед, меняешь лампочку? Ну, если я встану, он придет сюда, то он упадет сюда. А меня здесь не будет, я буду лампочку менять. Дурак. Сама. А, ладно, сиди там тогда. Че ж тут с тобой делать? Не помогаешь нифига, только мешаешь. Ну, раз я мешаю, то давай я уйду куда-нибудь. Да, блин, заткнись. Он разбил стекло. Значит, он прополз по вентиляции. Что? Вентиляция? Здесь есть вентиляция? Эх, ладно, пофиг. Пойду дальше искать. Всё, нужно записку прочесть. Так. Что? Код? Странно то, что пароль это код. Ну ладно, надо по вентиляции пролезть. Надеюсь, у меня не будет такая судьба, как у него. Так, надо только найти эту вентиляцию. А, вот она. Так. Надеюсь, она не услышит то, что я ползу по ней. Блин, какая громковата. Ключ. Точно, сломаю и сама туда проползу. Посмотрю, где он там. Я так, назад, сейчас нужно ломать. Назад, надо идти, назад. А, вот ты где. А, стоп, у меня же спина сломана. Ну все, теперь я знаю, где ты. Ты отсюда не выйдешь. Ну, зато у меня есть ключ. Какой ключик? Нет!